Где-нибудь ты никогда не найдешь Кайла. С парнем сейчас найду. Я знаю, где он. Я знаю своего сына. Он где-то тут сидит. Негодник, опять небось свинюка в шкафу. Пьем мы таблеточки, а нам все хуже и хуже. Тихо, нам похоронное бюро пишет. Говорит, у нас сегодня акция. Если вы похороните двух своих друзей или родственников, третьего мы хороним бесплатно. Что это такое? Это касцена, Лера. Лера, готовься к худшему. Кто-то наблюдает за Кайлом, как он ложится спать. Что это за нафиг? Кто это такое? Лера, в какой это комнате было? Я туда не пойду. Надо срочно выпить пилюльку. У нас... Это Томми? Кто? Где? Вот ты? А, блин, не ведите меня туда, я не хочу туда. Так, надо читать задание, пить таблетки. Не отвлекаемся. А, поспать надо не забыть, точняк. Так, ложимся, друзья. Мне кажется, что-то сейчас должно произойти, связанное с детьми. Мы открыли глаза, но мы, походу, не поспали. Или мы поспали. А чё, или я не понял, что из этого сон? Что чудище в шкафу вот это сидело в туалете, чудесно? Блин, мне не нравится, когда я просыпаюсь в коридоре, когда я засыпал в комнате. Кайла. Куда она пошла? Мне снится? Я ж уже не пил таблетки. Дети, чё вы шатаетесь по квартире? Ночь, блин. Причём в разные стороны. Кайла ушла. Ты куда пошла? Я твоя мать. Или я сплю? Кайла, скажи, пожалуйста, я сплю. Ты меня видишь? Кайла, зови. Ты чем там подбородком играешь? Я что-то не увидел с одного раза. Короче, у нас дети дико скучают. Это... У нас дети дико тупые. Реально, всё. Ой, блин. Жесть. Блин, ненавижу эту игрушку, нам игра написала. Ненавижу игрушку, мы тут чуть не обкакались 100 раз. Кайла играет бородой, не касаясь руками. Она силой мысли отправляет мяч к стене и говорит, что я не пойду спать, пока ты не положишь моего брата Кайла. А брат Кайл, ты где, кстати говоря? Брат! А, он со стеночкой разговаривает. Моя ж ты зайка. Ну как там, что тебе отвечают? А ты сможешь подписаться и поставить лайк за 3 секунды? 1, 2, 3. Молодец, спасибо, ты настоящий искатель приключений. Продолжаем играть Мумо. Какое Мумо, ребята, мама, продолжение, погнали. Наш Кайл убирается у себя в комнате. Мы хотя он нифига не убрался. В тот раз на том, что мы собирали у него предметы и одна пирамидка. У нас Кайл исчез. И пирамидка под кроватью, ребята. Очень крутяцкая игра. Пирамидка. Оставайтесь с нами, мы пытаемся разгадать загадки этой игры. Что за мать, что за Томми, кто в этом доме, какие странные вещи происходят. Ой, она исчезла. Лера, она исчезает. Она от нас убегает под кровать. Когда такое в прошлой серии было с крысой, крыса ожила и убежала. Но до этого она была мертвая. Тихо! Нет! Тянуть. Я могу ее тянуть. Ба! Да подожди ты, я пошутил. Ребята, сыкотно жутко. Там кто-то был, видела, выглядывают? Фух. Я просто забрал эту пирамидку и, как ни в чем не бывало, положил в манеже. Кайл, ты чего прикалываешься? Ой, я думал, я потерялась одна деталька. Да ничего не потерялось, кто-то под кровать ее засунул. Кайл, спать иди, короче, забодал. У нас сын Кайл, а дочка Кайла. Она зовут Мэри, а муж наш погиб. Поэтому мы... Нам тут написал доктор Хаус. Говорит, вы знаете, пришли результаты ваших тестов. Оказывается, вы не психопат. И не дурачок, и не больной на голову. А на самом деле вы абсолютно здоровый человек. И вам не нужно такими дозами принимать ваши прекрасные разноцветные пилюльки. И не орите на детей, они этого очень боятся. Закройте окно, выключите свет и идите, короче, ложитесь спать. Сейчас так и сделаем. Да. Так, там свет выключили, там свет включили. Направляемся. Во! Это наш туалет? Это кладовка? Кто это сидит? Что это за нафиг? Кто это такое? Лера, в какой это комнате было? Я туда не пойду. Надо срочно выпить пилюльки. У нас глюки. Ребята, пилюльки кончились, у нас начались галлюцинации. Надо срочно пить. Так, 2 зеленых надо выпить 9, 3 желтых надо выпить 12, и надо было 3 фиолетовых, выпьем 27. Все, пора спать.
Спать спят усталые игрушки и монстрики в шкафу. Приснится же такое, етить жуть вообще, жесть, что творится. Лера, не смейся, тут вам не это, тут вам не здесь. Тут серьезная игра, блин, тут страшно, дичь Кайла, тут вообще спать легли. И мы вместе с ними. Глазки мы открыли, и нам поплохело! Кто это такое? Что за звук? Она только что была, я ее видел лично своими собственными вот этими глазами круглыми. Ночь 3, капец. Томми-то не выходил? Кондиционер, стиралка. Это ты такие звуки издаешь? Так, наше задание. Остановите куклу-обезьянку. Вы что, издеваетесь? Кайла, етить-колотить. Ты что там со стеночкой играешь? Брата позови. Ты чем там подбородком играешь? Я что-то не увидел с одного раза. Короче, у нас дети дико скучают. Это... У нас дети дико тупые. Реально, все! Ой, блин. Жесть. Блин, ненавижу эту игрушку, нам игра написала. Ненавижу игрушку, мы тут чуть не обкакались 100 раз. Кайла играет бородой, не касаясь руками. Она силой мысли отправляет мяч к стене и говорит, что я не пойду спать, пока ты не положишь моего брата Кайла. А брат Кайл, ты где, кстати говоря? Брат, а, он со стеночкой разговаривает. Моя ж ты зайка. Ну как там, что тебе отвечают? Не говори мне что-то там. Спать иди, говорю! А он Томми там ждет, что ли, возле вентиляции? Жесть, вот эта обезьянка, конечно, дичь дикая. Перепугала меня. И канализацию открыла. И вентиляция открыта. Ты идешь там, Кайл? Ложись давай. Спи! Все, спят, устала ей, игрушки, книжки. У нас спят. Дети либо сходят с ума вот таким вот образом, либо играют подбородком с окном. Ой, ваза. Блин. Это была та ваза, которая из первой серии, ребята. А что с этой вазой? Почему мы на... У нас новое задание. Склеить вазу. Нет. Берем это, идем в магазин за суперклеем. Нет, слушай, нас... не в этой комнате вот тут Вася сидел на унитазе. Страшный. У нас новое задание. Пойти выпить пилюльки. Еще пилюльки? Нам что-то все хуже и хуже. Пьем мы таблеточки, а нам все хуже надо и хуже. Пить. Тихо, нам похоронное бюро пишет. Говорит, у нас сегодня акция. Если вы похороните двух своих друзей или родственников, третьего мы хороним бесплатно. Пожалуйста, обращайтесь. Да пожалуйста, можно нас всех уже похоронить? Акция действует до конца недели. Шутка! Это хьюмор, друзья. Обалдеть, вот это жесть. Так, я не понял, я обезьянку выключил, я все забыл. Извини меня, пожалуйста, за то, что я разбила твою вазу. У меня упало это, у них там есть процентное соотношение к здоровью. Кто убил отца? Я просто подумала, что ты можешь подумать, что я убила отца. Короче, ребята, у них тоже паранойя, как и у нас. Так, надо Короче, взять печеньки. Короче, только одни мы тупые, которым надо пилюльки пить. Да, ребята, надо пойти в этот, взяли мы вазу, пойти взять суперклей и выкинуть ее в мусор. Все правильно, друзья. Так всегда и делайте. Если ваза разбилась, берете суперклей и выкидывайте в мусор. Так, кто это такое? Ослик. А про ослика задание разве было? Я что-то не понял. А, постирать, точняк. Так, загружаем. Фу. Это меня, она на меня так смотрит, как будто, я не знаю, я ей старший брат-сват. Так, включаем стиралку. Это стиралка стирает. Так, постирайте вещи. Это Томми. Вот это вот. Какой Томми? Той Манки. А, так то ж Томми с вентиляцией, а это Манки Дол. Так, нам сказали, нам нужно сделать срочно ремонт. Покрасить стену. Иначе наша девочка Кайла, доченька прибацнутая, играется мячиком и ломает нам дом постепенно. А если еще приходит Кайл, то они вдвоем так сильно мяч буцают, что у нас все окна потом надо заклеивать. И Томми, если еще приходит. Если еще Томми приходит. Это лучшее, что я могу сделать. Как она приехала сюда? Вот как она приехала сюда? Мэри. Мэри. Нам пишет кто? Нам пишет сосед Эмми. Говорит, я начинаю слышать какие-то странные звуки возле нашего дома. Мне нужно срочно быть... Убить себя. Мне нужно срочно убиться тапком, иначе я не могу больше слушать эти звуки. Пришли мне, пожалуйста, немножко своей обезьянки с этими тарелочками. И таблеточек. Немножко своих таблеточек, фиолетовых, зеленых и желтых, и вызови, пожалуйста, полицию. Все отлично. За скорость. Так, блин, надо искать телефон. Нашей подружке Эми очень плохо, ей нужна срочная помощь. Жей, какой телефон искать? У нас внука. Мы, походу, думаем, что Эми пришла к нам.
Так, надо читать задание, пить таблетки. Не отвлекаемся. А, поспать надо не забыть, точняк. Так, ложимся, друзья. Мне кажется, что-то сейчас должно произойти, связанное с детьми. Мы открыли глаза, но мы, походу, не поспали. Или мы поспали. А что, или я не понял, что из этого сон? Что, что чудище в шкафу вот это сидело в туалете чудено? Реально, может, блин, разрыв сердца получить с этой обезьянкой. Это жесть вообще. Как ее выкинуть? Куда ее деть вообще? Ага, у нас детям немножко стало получше. У них уже настроение по 68%, а у Кайла 65%. Потому что он в мячик не игрался, наверное, и раньше спать пошел. Жесть. Что это такое? Это касцена, Лера. Лера, готовься к худшему. Кто-то наблюдает за Кайлом, как он ложится спать с улицы, с эвакуационной лестницы, возле окна. А мы ж закрыли окно. Кто? А что, открыл его кто-то? Что кто-то залезет? Кайл, встань и иди отсюда. Иди играть в мячик, Кайл. Мы тебе сколько раз говорили? Скайлай. Иди в холодильнике покушай таблеток. Я не знаю, ну сделай что-нибудь. Не лежи. Иди к нам, покушай таблеточек. Короче, видимо, вот это чудище, которое из кладовки, оно выбралось на улицу. Ля, он крутится, шевелится, ему что-то снится. Получается, это что-то входит в его сны и не дает ему заснуть. Конец касцены. И конец Кайлу. И конец Кайле. Мы проснулись. У нас глазоньки открылись. Новый можно день во дворе. Привет, столько нужно узнать, где твой. Ты что меня пугаешь? Четвертая ночь, капец. Кайл, заставим меня проснуться. Мы должны пойти и что-то нарисовать. А пилюли вам не принять случайно? Ага. Почините рисовалку. Какую такую рисовалку? А может нам лучше себя починить? Я не знаю, кого нам починить. Нам постоянно пишут какие-то люди, которые нам рассказывают о нашей тяжелой жизни. Ты должен must stay clean и заказать children make. Они могут скучать. Джек должен был вернуться. Какой нафиг Джек? Алло! Мы не знаем никакого Джека. Джек, короче, видимо, это наш муж, который хотел вернуться и что-то сказать детям до того, как с ним это случилось. Поправляем картины. Сопельки. Какие? По картине. Ребята, видели? Какие сопельки. Жесть. Следующее задание. Так, чайник. Давайте попробуем. Поставили, включили, взяли печеньку, пойдем выкинем в мусор. Я не знаю, съесть, выкинуть в мусор, мне все хуже и хуже. Ой, ё-моё, я боюсь тебя, Кайла, ты меня всегда... Thanks. Спасибо, за что спасибо, кому за спасибо? А, я ей дал печенька, ой, точняк. У меня есть разрыв сердца, получится. Это еще капец. И с этой обезьянкой. Да ну обезьянка, слава богу, успокоилась, мы ее, видимо, выкинули, она спать пошла. Так, свет включим. Наше следующее задание. Туалет. Так, нам сказали, что нам нужно помыть какую-то, где они рисуют. Ой, блин. Кайл, здорово. Как дела? Мне скучно. И ложись, поспи. Ложись. Если скучно, поспать. Всегда нужно спать. Запомни. Так, закрываем окно. Кто ж за ним там все-таки наблюдал? Ребята, кто переворачивает в доме картины, когда дети до них достать не могут? Кто это вечно делает? Вау! Что-то должно следовать прямо. Кто? Мама, это Томми? Кто? Где? Вот ты? Блин, не ведите меня туда, я не хочу туда! Он убежал. Чайник закипел. Жесть, я не могу понять, что у нас галлюцинации, что происходит с нами на самом деле. Кайла, ты видела его тоже? Кайл, ты видел его? Чайник продолжает кипеть. Используйте чайник. Ну что нам это, чтобы налить на Томми или что? Или может Кайле чаек сделать? Или может нам таблеточки запить? Я не знаю, что мне делать. Давай таблеточки запьем. Лера, я боюсь эти таблетки больше пить. Мне чудятся всякие чудовиська. Я их сильно очкую. Попить надо это тепленького. Должно помочь. Жесть. А давай пойдем в окно спрыгнем. В окно спрыгнем? Давай лучше сходим в Макдональдс. Отсюда подальше. Там за окном недалеко было написано, да. Давай возьмем Кайла и Кайлу и уйдем с этого дома. Вот что я предлагаю сделать. Но мы, к сожалению, не знаем, как мы выглядим. Нам Карл пишет. Что ты думаешь? А, ты тоже думаешь о Томми иногда? Мы должны иметь шанс
чтобы вырастить его как своего соседа. Like about this. Что ты думаешь об этом? Напиши мне. Я надеюсь, что у тебя все хорошо. Да, короче, хорошо. Карл, кто такой Карл? Если он тоже видит Томми, значит, он живет у нас в доме. Но он говорит, он не видит, он думает о нем. Что за нафиг это Томми? Таблетки кончились, пора спать. Жесть, друзья. Я не понимаю, что происходит. Ой. В этом доме. И что делать? А можно мы примем таблеточки и всем детям дадим по таблеточке? Да. Костяна. Блин, мне не нравится, когда я просыпаюсь в коридоре, когда я засыпал в комнате. Кайла. Куда она пошла? Мне снится? Я же уже не пил таблетки. Дети, что вы шатаетесь по квартире? Ночь, блин. Причем в разные стороны. Кайла ушла. Ты куда пошла? Я твоя мать. Или я сплю? Кайла, скажи, пожалуйста, я сплю. Ты меня видишь? Кайла, что происходит? Кайла, где Томми? Где Кайл? Где вообще все кто-нибудь? Это был опять сон. Это жесть, друзья. Это жестяк вообще, капец. И таблеток нету, обрати внимание. Ночь 5. Все, нас теперь глючит и штырит просто так, даже без таблеток. Вот тут они стояли в нашем сне. Она пошла туда. Потом Кайл пошел туда. Да. Свою. Их нету, смотри. Вон они. Их только что тут не было. Мне скучно, давай играть. Мне тоже скучно. Давай я не знаю что. Давай искать Томми, давай. Нет, мы играем в Hide and Seek. Прятки. Капец, тут игра и так чокнуться можно от страха. А мы сейчас еще будем тут в прятки играть. Вы понимаете вообще жесть вообще? Я считаю до 5, не могу до 10. 1, 2, 3, 4, 5, 14, 28. Я иду искать. Кто не спрятался, я не виноват. Кайл и Кайла не перепрятываться, местами не меняться. 10. Новое задание. Пока дети спрятались, можно спокойно выпрыгнуть с окна. Или убежать в магазин. В шкафу никого нету. Кайла, Кайл, детишечки, вы где? Вы далеко спрятались? Ой, Кайла, блин. Капец, как ты нашла меня? Я же мать, я носом чувствую и сердцем чую. Сейчас еще пойду твоего братца найду, негодника маленького. Кайла. Заховался опять где-нибудь. Ты никогда не найдешь Кайла. С парнем? Сейчас найду. Я знаю, где он. Я знаю своего сына. Он где-то тут сидит. Негодник, опять небось свинюка в шкафу. Запрятался. Это. Кайла, тут такое дело. Часы запасные есть? Ребята. Нет. Вот такая дичь. Поддержите лайком эту серию. Смотрите все новые видео на всех наших каналах. Ссылочки в описании, друзья. Валеришка Макс, Валеришка Си, Валеришка Плей, Валеришка Геймс. Ведь мы стараемся только для вас. Потому что вы у нас самые лучшие. Мы вас всех очень любим. Всем пока-пока.